Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить Elden Ring. Сегодня будем начинать, я не знаю, успею, может быть, закончим. Будем проходить квест Ренни, той самой магички, которая у нас сидит в башне. Ну, поехали сразу же. Как говорится, от слов к делу. Так, бегая по локации предыдущей, дали неприметный вот такой вот кинжал. Оказывается, именно его надо отнести вот этой Ренни. Кинжал убийцы пальцев. Так он называется. Да? Где он? mr.toaster. Все так и голова угарная. Здорово. Да, я тоже так считаю. Ладно, она где-то в инвентаре, в общем, этот меч, клинок, убийца пальцев называется. Значит, нашел я его тогда, ну, где-то здесь, скалы со стороны Акведука, или вот лес предков, вот там. Не думал, то, что это квестовый предмет, думал, это оружие какое-то, но нет, увы. Так, значит, поехали выполнять этот самый квест. Башня Ренни. Портуемся туда. Это самый долгий квест, кстати, в игре, самый длинный. То есть он идет практически на протяжении всей игры и влияет на концовку. Альтернативную концовку открывает. Так, мы полетели. Сначала мы отдаем, ну, после убийства Радана, падает метеорит. Метеорит пробивает дырку, спускаешься в город этот Мокрон. Как-то так он называется. Вот. Там находишь меч. Ну, меч, а кинжал. Кинжал убийцы пальцев. По-моему, так называется. Относим ее. Его ей. Так, это ты. Так это ты. Ты, а вовсе не Блайт. Я ощутил это даже во сне. Оно ведь у тебя, да? Тайное сокровище Нокрона. Спасибо. Теперь все стало на свои места. Скоро я отправлюсь в странствие по темному пути, открытому лишь мне. Еще поговорить? Но сначала я должна отдать тебе кое-что. Крианская перевернутая статуя. Это моя благодарность за твою безупречную службу. Да, это странный подарок, но такие, как ты, найдут ему применение. Теперь я знаю, что сама судьба позаботилась о нашей встрече. И я благодарна потоку за это. А теперь вступай. Твоя служба была недолгой, но полезной. Так, давай еще. Что такое? Ты можешь идти. Скоро я тоже отправлюсь в странствие по темному пути, открытому лишь мне. Все, повторяется диалог. Значит, она нам дала эту статую. По идее, об этой статуе, как бы, ну... Давай, конечно, прочитаем, может быть, что-то там написано, но я в курсе, куда ее применять. Мне просто, насколько очевиден этот квест. Вот. Ключ, открывающий кое-что спрятанное в Кориальском читальном зале. Читальный зал я помню. Давай мы сейчас проверим, короче, на выходе башню Ренни. Тут главная последовательность выяснить для себя. Я вот точно не помню. То ли в башню вот этой Ренни, в самую-самую первую, вот здесь, вот в этой локе. Либо... надо идти именно в читальный зал и крутить замок, чтобы он повернулся кверх тормашкой. Ну, в смысле, потолок стал полом. Такой как вот расклад, пример. Так, давай, снаряды. Давай сейчас здесь выясним. Что ж за дела-то такие? Бам, бам. Так,
Квест долгий, поэтому тут придется и дракона в течение его завалить. Ну, там, я не знаю, попробую, если можно это, если он опять не свалит. Пару боссов пройти, там, фантомов положить. В общем, квест веселый и очень-очень длинный. Получается, на протяжении его нужно два сюжетных босса завалить, это точно. То есть вот этого Радана и Ренау, которая тебя, ну, воскрешает, перерождает вот эту вот самую бобенцу. Так. Угу. Здесь пока у нас закрыто. Значит, конкретно идем к статуе. А нельзя. Хорошо. Портуемся. Вот тут она у нас, вход. Вход в читальный зал. До этого я там был, там был один маг, довольно-таки противный, как бы, но я его завалил. Ну, там с него дали какое-то заклинание, но не очень-то оно полезное. И талисман дали. Вот, но когда сюда заходишь, тут написано, надо что-то сюда положить. Осмотреть пьедестал. Чем напоминает, это только побочный квест. За него меч дают, талисман, что-то еще. Ну, конечно же, уважение. То есть нам сейчас показали то, что замок, ну вот этот вот читальный зал, перевернулся. Пол стал у нас этим, как. Пол у нас стал потолком. Поехали изучать. Так-то, в принципе, я его, ну, более-менее помню, этот замок. Угу. Это все было в Кастельвании, я скажу. Symphony of the Night. Так, давай вот так. В Кастельвании тоже проходишь сначала основной замок. Блин. Так вот, в Кастельвании проходишь сначала основной замок, а потом ты проходишь перевернутый замок. Так что, я думаю, тейга была оттуда сворована. Так, подожди. Восстановление, выносливость. Давай мы что-нибудь на это, полезненького-то возьмем, да? Мощь молитв, нет? Навыки нет. Давай, наверное, мощь чар. Конечно, рога это здорово, но они сильно не восстанавливают. Что еще тут можно? Атака серии не то. Ловкость, сила. А, наверное, вот так вот мы поставим. Пускай немножко побольше будет получаемый урон, но тем не менее. Так, вот у нас маг появился. Довольно-таки противный, кстати. Профессор Мириам. Мне повезло то, что он не попал этой... со своего лука, потому что он мог и сваншотить запросто. Все, он у нас свалил куда-то. Куда-то он где-то там. Давай отсюда пойдем. А где он шмаляет? По-любому он где-то рядом.
Это там война какая-то внизу. Маска уверенность. Сомневаюсь, что она полезная, но давай глянем. Маска уверенность. Да. Колдовство побольше чуть-чуть становится, но я им вообще не пользуюсь, так что мне без разницы. Он откуда-то так прицельно шарашит постоянно. Но я его не вижу. Он где-то внизу. Щучьи руки. Вон он. Ясность рассудка. Круто. Не думал то, что этот урод выскочит. Кольнул меня на сок. Я не знаю, надеюсь, этот профессор заново не придет. Если за него что-то дали, то, наверное, не будет его. Проверим. Так, а отсюда я могу попасть? Так, ну, явно не метеориты. Вот так. Шпоньк. Там еще парочку рук. Да, они потом. Ну и понятно, почему их не видно, потому что они у тебя на стенке висят. Вторая там же. Вот она. Попасть бы как. Ну. Неужели? Угу. Профессора нет. Ну пойдем так же, таким же путем. И главное, не забудь от рыцаря как-нибудь защититься, но щит имеется. Прямо там, те руки тоже надо будет зачистить. Ну, что ты попал? Нормас. О, он, падла, где появляется. Заспавнил чисто мужика. Так. Нам надо как-то спускаться. Я что-то не знаю даже с какой стороны. Ну давай так пойдем. По краешку. Да, так фобия может развиться с такой высоты тут тусоваться. Биться с какими-то вообще чумовыми руками. Так. Чуть-чуть не добил. Угу, тупик. Кузнечный камень мрака за них дает. Ага. Не думал. Сколько раз эти руки встречались, хоть бы хер. Там у нас ничего. Давай туда вот так спускаться. Нам интересует конкретно путь вниз. Прям до самого упора. Мне придется по люстрам скакать и так далее. Здание. Тоже до свидос. Может, какие-нибудь еще тут стенки есть? Ну так, почему бы не проверить?
по дороге отсюда еще будет мини-босс. Я херово знает, как он там себя поведет. Тихо. А у нас второй товарищ. Это было больно. Так, ну и давай полечимся немножко. Хотя... Ладно, не буду я пока лечиться. Иди вон туда надо. Да посмотрим, как попасть. Так, чтобы не подохнуть, надо прыгнуть. О, ближайшая люстра вот эта. Арканим на нее. Потом. Ай-яй-яй-яй. Я не в тему прыгнул, но попал. Надо было чуть позже прыгать. Я зацепился там за что-то. Прыжок удался не очень. Не очень. Блестящий светлячок. Хрень какая-то, я не знаю, зачем он нужен. Давай начнем тут блестяшку поднимем. Правда, я на втором этаже не все смотрел. Ну ладно. Печи не дали. Так, ну, в принципе-то на второй этаж можно подняться. Хотя... Да, не. Дичь какая-то. Замок перевернутый, не подняться. Давай, прыгаем вниз. На кнопоньку. Когда здесь первый раз находишься, ты, получается, видишь эту кнопку, но ничего сделать с ней не можешь, она у тебя на потолке болтается. Вот он проход. Не знаю, стоит ли вообще тут побегать. Ой, нифига нет. Так, чисто давай. Да. Да, только вот чисто вот в этот проход. Давай. Открываем дверь. Оп, оп. Я должен сейчас оказаться где-то на мосту. Угу. Ну вот так вот меня ведут. Вот сюда. В принципе, что, есть у нас костер. Сразу же на нем отдохнем. Сейчас будет такой, ну, моб, короче говоря, но он действует как босс практически. Сейчас мы поэтому попробуем его кометой долбануть. Он не быстрый, по идее, надеюсь, не отпрыгнет. У нас ничего полезного, нет? Да, они-то положат. Вот он, этот товарищ. Давай. Кирилл, я уснул. 40-годовому привет. Отличного стрима тебе. Смотрящим на районе канала хорошего вечера. Здорово. Спасибо. Блин, а дядька, ты серьезный походу, да?
Он и шариком катается. Ты смотри какой. Блин, а у него подача клевая. Тихо, тихо, тихо. Прикольно, ваншотик. Его можно просто побежать. Он не сюжетный, ничего, это не босс. Это моб. Просто он бешеный, и охота завалить так чисто для прикола. Так, давай мы попробуем, короче, его еще раз, только не кометой валить. А... Слушай, а есть призыв? Ну-ка, давай попробуем слезу использовать ложную. Ложная слеза это дублирует тебя. Почти такой же моб, ну, из праха вылезает. Ну, призрак, фантом. Главное, что хорошо на него мобы, ну, боссы там, мобы агрятся. Тихо. Отходим. Но он прошибает почти сразу же. Так, что бы с ним сделать-то? Кастуешь, он крутится, надо вовремя как-то делать. Давай еще раз попробуем с кометы зайти. По идее, должно его хорошенько продамажить от кометы. Так. Изъем флягу. Да, ему осталось-то понты вообще. Та-та-та. Гандон, а какой. Раскатал меня под орех. Сейчас еще раз попробую. Ирил Гаоси, у тебя, кстати, небольшое эхо речи при разговоре. Почти не слышно, но есть, для информации. Блин, может я что-то не выключу? Да, нет, блин. Так, давай, фляга. Блин, зачем я ее выпил? Неужели? Капюшон аристократа божественной кожи. Одеяние аристократа. Ну, короче, можно в этого жирнича переодеться. Я не знаю, насколько это важно. Пошли вперед. Не думаю, что он там какие-то супер статы поднимает вот это. Скорее всего, нет.
ладно, я хотя бы его завалил чисто так для себя. Можно просто было сесть на коня, да нахрен его объехать, ничего он тебе особо не сделает. Он довольно-таки медлительный, обойти его вполне нормально, и да, боссом не является. MR.Toaster. Ну когда же вы созреете со мной завод строить? Про факторию? Кстати, факторию сейчас тоже, по-моему, не купить в этом стиме. Я когда в нее играл там сколько-то часов, не помню. Она, ну я скачивал. Так чисто скачал посмотреть, в чем дело, что там, тоси-боси. Сколько у тебя уже там фактория часов-то? Священная башня Лиурнии. Возможно, тут руну можно активировать этой самой бабенции, которая магичка была. Возможно. Уж очень подъем похож. Ну там едем. Как в Empire State Building. Проверяем. Ну да. Вдруг придется сюда портануться еще раз, естественно, на костер зажечь. А тут кто-то подох. Так, знак проклятия. Наследие звездочетов. MR.Toaster. Мало 468 в арке, больше в арке 1315, но для арка это мало. Ну, арк песочница, да хотя, в принципе, фактория это песочница. Нет. А если ты там в песочнице много времени проводишь, то это нормально. Ну, в песочнице, любая песочница, это, по-моему, минимум от 200 часов. Ну, чисто на мудрость пятеру дают. А тут у нас, по-моему, он все статы поднимает. Да, он и на интеллект. И мудрость дает, и веру, и колдовство. Но мне больше ты интересует интеллект. Ты арки строишь? Ну, игра Арк. Арк что-то там, Волт, или как-то так. Он про эту игру говорит. Так, у нас вот это вот увеличивает на 3 пункта. Вот этот медальон, интеллект, мудрость, веру, колдовство. Ну, вера и колдовство хрен бы с ним, а вот интеллект и мудрость одновременно. Вот. 3 пункта, это как бы нормально. Если чё, на мудрость у меня еще гермошлем есть, так что медальон вроде неплохой, но особо не нужен. Так, есть у меня, значит, какая-то хреновина, она называется проклятие. Давай в инвентарь, чем ее найдем тут, в этой вот всей каше. Вот он, этот прах, призывает духа ложной слезы. Такой же чувак, как и ты, вылезает, примерно дамажит столько же, сколько и ты. И на него боссы, что хорошо, то что агрятся, так что он лучше Олежа будет. Надо качать. Я его вчера на стриме нашел. Не хватает только ландыши. Ландыши. Вот. Знак проклятия, высеченный на отвинутом теле Ренни. Пес его знает, но давай, наверное, сначала в башню Ренни обратно. Сквозанем. Посмотрим. Либо вот в ту соседнюю башню. Насколько я полагаю, должно что-то произойти. В одной из этих башен.
Причем это только еще, ну, не середина, но так, начало, кажется. Кажется, даже я его, ну, возможно, не успею пройти за один стрим. Так, бабы нет. Появился костер. А на телке. Значит, пошли в соседнюю башню. Так как она тут сидела на стуле, а потом исчезла. Печать стояла на двери. Она ушла типа с этого, с этой локации, и печать снялась. Надо вспомнить, что там дальше. А, сейчас будет телепорт, получается. Да, все, я вспомнил. Сейчас будет у нас телепорт в одну локацию, потом телепорт в другую локацию. Можно все закончить боссом. Причем не одним, по-моему. Так. Прах надо поменять. На лошадку. А вот чудесное снадобье, я не знаю, можно ли делать еще одну флягу с таким снадобьем или нет. Скорее всего, нет. Ну, типа, не все коту масленицы. Вот одна бы такая фляга, она как бы нормас. На 15 секунд просто можно дамажить без перебоя. Я бы две таких сделал. Хотя нет, у меня ингредиентов тупо нет. Так, ну вот. Что это я был доказать. Печать открылась. Лезать. Башня Ренны. Я так и не понял, как ее по-нормальному-то зовут. Рейни, Ренна. Ринала, причем, смотря какой источник читать, то как пишет. Главное, все улавливают смысл, это хорошо. Ты че? А ну-ка иди сюда. А ну-ка иди сюда. Сюда идут. Шляпа снежной ведьмы, плащ снежной ведьмы, юбка снежной ведьмы. Ебать, я на мухомора похож. Не, аквариум на башке поприкольней. Называйте меня Мистерио. Кстати, сегодня паука нового посмотрел, мальчик. Неплохо. Походу, братья Руссо нажрались в поминики. Решили просто всех врагов притащить в один. Прикольно было посмотреть стареньких. Того же самого Уильяма Дефо, там немного того же. Правда, Тоби Магуайр уже, ну такой. Ну видно то, что он уже ближе к пенсии. Какой он даже подросток, Человек-паук. Основной поток реки Ансель. Ага. Я тут был. Кирилл Гаоси. Об отмене нового кто смотрел? Чека. Пока в экранке. Пока я не стал смотреть. Короче, вот меня в одну из трех портанули. Подожди. Ага, я тут был. Тут у нас все. Внизу тоже все. Ну да, тут только так остается. MR.Toaster. Тобитва паук. Не знаю, мне в принципе все пауки неплохо. Они как бы все нормас. Кстати, по-моему, единственное, на что сейчас могут Marvel Studios рассчитывать,
А вот у них пауки, ну, козырь. Блять. Ебучий Хидетака. Вот любит он обрывы такие делать. Короче, у братьев Руссо, у них, ну, Marvel Studios конкретно. У них сейчас, по идее, козыри-то в рукавах, что у них? Доктор Стрэндж. И как его? Ну, туда. Опять все заново, да, бежать? Да. Доктор Стрэндж у них, Веном. Ну и паук. Они типа на паука возлагают такие же надежды, как у них на зеленого, на железного человека был. Тор уже такое себе. Остальные там больше никого-то и не осталось. Капитан Америку они похоронили, но они особо на него упор-то и не делают. Они сами в шоке, наверное. Да, они нормально с него денег заработали. Ну, это символизм чисто. Ну, я читал то, что у Стэна Ли спросили, какой самый мощный, ну, во вселенной супергерой. Он говорит, Тор, и все. А почему он был? Вот все объяснение. Вот хуй до копейки. И не поспоришь, понимаешь? Он был, и не ебать. Ну... А если Стэн Ли говорит, значит это канон. Мать его, их всех придумал почти. Почти всех. А если нет, то участвовал в этом. Как-то косвенно и так далее. Ну, где-то пробашлял. Но раньше вообще Стэн Ли же, он работал в этом, в DC Comics. Потом он решил свою лавочку открыть. Сидел там, порисовывал потихоньку. Потом бабло появилось. Начали промышлять. Как-то так. Долго мне найти перья, либо вас? Главное, не грохнуться нигде. Сейчас так, от нечего делать на работе, посматриваю «Призрачный Веллингтон». Это сериал Тайки Вайтити. По-моему, так его зовут. Короче, есть фильм «Реальные упыри». Ну, это пародия на вампиров. Ну, любые, в принципе, фильмы про вампиров. Вот. Есть еще был сериал, это тоже «Реальные упыри». Ну, там типа документалка, короче, ну, как и вампиры тупят, прикалываются над собой. Довольно-таки, кстати, пошловатые местами. Вот. Ну, смотря какой перевод, естественно, кубик в кубе. Вот. Ну, и этот как его. А сейчас «Паранормальный Веллингтон» вышел. Маленькая Рэнни. Куколку мне дали. Вот, «Паранормальный Веллингтон» сериал, короче говоря, ну, про тупоголовых копов, которые со всякими паранормальными штуками встречаются, типа, одна серия про вампира, другая про оборотня, ну, это, знаешь, такая отсылка немножко к этому, к секретным материалам. Они даже сами там стебаются, типа, о, мы, типа, дали Скали и Малдер, да? Там. Так, куклу дали. Теперь забава в том, что надо вот на этом костре поговорить с маленькой Рэнни. Попробуй вот. Черт, ну вот эту новый пунктик в этом меню убить, заметь просто, да? Причем дважды она с тобой не говорит, а третий раз трещать начинает. А, ты не из тех, кто быстро сдается, да? Или у тебя привычка заговаривать с куклами? Что ж, ладно.
Не думала, что кто-то узнает меня в этом облике. Но раз уж тайное стало явным, я тебя не отпущу. Теперь твой долг оказать мне услугу. Уничтожь теней погибели, что бродят по этим землям. Из-за тебя имя Ренни Колдуньи покрыто позором. Предупреждаю, я не приму отказ. Понял, принял. Поговорить? Давай еще раз. Теперь твой долг оказать мне услугу. Уничтожь теней Ренни по этим землям, покрыто позором, не приму отказ. Ок. О, кстати, вот то, что я мужика одного завалил, можно из него сделать шлем с бородой прям. А как они, интересно, волосы на этот шлем приклеивают? Ну, скотч или что? Клей какой-нибудь. Доспехи можно менять, но они мне тяжелые. Все, поехали. Сейчас топим по прямой. О, какие. Здорово. Бля, они медлительные, как черепахи. Но если их вовремя не забэкстебить, то они сносят примерно половину здоровья. Кирилл Галосик. Грустные новости. Коллеги, жену положили в больницу на сохранение. Ездил к ней отвозить вещи. Заняло 5 часов через центр. Под наблюдением врачей должно быть все нормально. Ну, во-первых, то, что жопа, конечно, полнейшая, то, что 5 часов надо ездить в больницу. Это точно могу сказать. Но, по-моему, это нормальная практика у бабы полежать недельку-другую в больнице на сохранение. Мою, по-моему, раза 3 ложили. Ну, врачи перестраховываются просто. Ну, чтобы мало ли что, она под наблюдением. Все такое. Стандарт, так что ты не переживай. Так, а пилюльки-то мои не долетают. Ну-ка, давай, иди, заныкаемся. MR.Фости. Ну, сохранение не приговор. Ирил Галусов, спасибо за поддержку. Да, не очень-то и поддержка, конечно. Но, я тебе говорю, не переживай, это нормальная тема. Вот я точно не помню, то ли 2, то ли 3 раза моя лежала на сохранении. Они там болтаются, ничего не делают, телефон залипает. Так, блин, ну как бы его так замочить-то? Кометой попробую. Вот мудло какое, а. Комета до него хреновенько, кстати, долетает. Ну хоть что-то дамажит. Был бы этот, как он, сейчас в инвентаре лук Ларетта, я бы его навалил сразу. Господи, душа какой. Надеюсь, он больше не появится. Так, я бы еще полечился. Он меня сейчас просто добьет. Комета, да нет, он шевелится, не пойдет. Давай, от винта. Блять, манна кончилась. Ну как его? Да, чуть-чуть не долетело. Все, до свидания. MR.Post. Сокурница тоже лежала на сохранение. Говорит, это ПЗДЦ от скуки на стену ползали.
Возможно, возможно. Потому что, ну там, что, блин, тут как больница. Больница, ты как в клетке сидишь, я не знаю, тебе не выйти и ничего не сделать. Шестой ландыш. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы качнем слезу. По-моему. Я как раз шестой ландыш искал. Надо посмотреть еще насчет посоха. Можно ли его прокачать. По-моему, даже странная тема, то что если там бабу на сохранение не кладут в больницу. Типа могут врачи хреновенько, знаешь, смотреть. Тут лучше перебдеть, чем не добдеть. Ландыш седьмой новый. Восьмой, девятый и десятый, причем у меня есть, по-моему. Восьмерка нужна. Ну ладно. Сейчас еще раз пробежим до туна. Там буквально пару мобов, но эта падла не должна висеть, все равно. Слишком много фляг она у меня заняла. Хреново, что коня не использую. Ладно, давай так пробежим. MR.Toaster. Исходя из того, что здоровых людей у нас немного, то это нормально. Ну да, да, здоровья немного, ну плюс еще... А можно просто элементарно какого-нибудь гриппа там схватануть. Ну или просто простуду и понервничать даже, знаешь. Я не сразу же. Врачи просто берут и тебя закрывают. На этот какой. На сохранение. Буквально вот. Стресс какой-то там, что-нибудь еще. Любые подозрения. Хлоп, в больницу на недельку. Ну, в принципе, оно и хорошо, знаешь, на самом-то деле. Лучше не добдеть. Точнее, лучше перебдеть, чем добить. Потому что потом-то будет поздно. Они ответственность из себя подснимут за такое. Да. Вы чё? Они, короче, все против меня сгоношились. Меня челик чуть не сваншотил. Вот падла какая. Все равно попал. Я говорю, то что они медленные, но опасны. Ништяк, фляги восстановили. Хотя по идее я группу противников не завалил еще. Потому что он последний ходит. Да. Так, по идее вроде как мне к цветочкам, да? Я точно не знаю. Давай сюда пробегу. Там цветы какие-то были. Я уже забыл, какой мне надо. Седьмой, по-моему, да, ландыш? Шесть. Семь. Бля, хоть заново портуйся. Ладно, я сейчас посмотрю, может быть, где-то костер поблизости будет. Костер запалить и потом портоваться. Сейчас пока росу, ну точнее пока я добегу, можно росу прилично качать и просто на раз-два босса завалить.
Говорят то, что будущий босс, который впереди меня ждет, он типа разминка к финальному боссу. Примерные атаки у них похожи и так далее. Седьмой лаунж. Нормально. Как бы, если что, мне еще и на прокачку Олежи хватает. Я не знаю, ни сюда, ни сюда. Скорее всего. Погнали, тогда, короче, пробежимся к этому. Там, где цветок стоит. Там наверняка что-нибудь вкусное есть за водопадом там и так далее. Я бы спрятал. Будь у меня ручной хидетака, я бы его заставил там что-нибудь спрятать. А так, если по стенкам постучать и повнимательнее присмотреться, запросто может быть какой-нибудь еще этот прикол. Подземелье, данж какой-нибудь. Интересно. Кстати, цветок довольно-таки жирный. Если... Опа! Тихо. Да угомонись ты. Опа, ну какая. Ну-ка, попробуем не использовать ничего. Вот прям не лечиться. Побегать потихоньку, но у меня здоровье восстановится, хотя бы пляшки будут целы. Угу, там еще чуваки какие-то. Оп-оп-оп, ни хера вас тут повылезло. Придется чистить. Цветы напоминают этот, как его, похитители тел, фильмак. Там что-то тоже подобное было. Ну вот и все. Фляги на месте. Я, если что, в принципе, могу вообще похилиться с помощью магии. И такое. Подобрать. Порошок Миранды, ядовитый цветок. Но это то, что от здорового цветка осталось. Ошметки какие-то. Даже второго метеорита не цепануло. Все-таки метеориты штука крутая. Сколько уже часов ими пользуюсь. Тема. Я нашел их почти в самом начале игры. Блять. Настрел в веточках. Прах глиняных людей. А, ну вот таких же челиков, короче, вызывать. Да ну и нахрена они нужны. Они же медленные. Ладно, что 6 дали. Ирил Гаоси. Метеоризм тоже штука интересная. Абсолютно в дырочку. Я с вами солидарен, коллега. Метеоризм штука не только интересная, но еще даже забавная. Особенно когда ты где-нибудь, я не знаю, на уроке, в кинотеатре. Да много каких мест, где может врасплох метеоризм застать. Получаются всякие интересные ситуации потом. Можно потом сидеть, попивая самогон, и рассказывать внукам. Помнишь?
Так, у нас тут муравьи поперли. Давай-ка. Чтобы этих товарищей повиннее было. Давай так попробуем. О, они так хоть не так много у меня будут занимать этого. Очень интересно в метро. Пока едешь в метро в толпе 40 минут после лежалого обеда на работе. Я в метро, кстати, чувак. Я ездил в метро один раз. Нет, два раза. У вас это понятно, то что у вас это обычные будни, а для меня вот это немножко, ну, непривычно точно. Не скажу, что дичь какая-то, прям это в новинку, но непривычно. Я буду себя, наверное, некомфортно чувствовать в метро. Слушай, а нормально это заклинание их сшибает? Ну-ка, давай, мы даже посох поменяем, поэтому... Так, зачистим тут все. Защитная смазка. Бля, ну... Вообще, прикольно было бы вот туда сходить. Но вот этот челик, он опасен. Ай, мана кончилась. Ну давай ты быстрее. Володя, ты что? Алмаз. Правда, комету надо другую было ставить. Ну ладно. На коне, по идее, этот квест, ну, делается, ну, минус за... Ну, если всех боссов завалил нужных, не считая убийства всех боссов, он делается, ну, минус за 20. Это чувак стоит. Кирилл Галосик. Я дико пугался в советских вагонах, когда только переехал. Кости трещали на станции Выхино. Но со временем вагоны стали новые. Свежие станции разгрузили метро. Да, не замечаешь теперь... Я не знаю, в каких вагонах я ездил. Не могу сказать, советских или нет. Ну, наверное, нет. Ну, типа, я надеюсь, что я ничего не замечал. Ёбушки-воробушки. Эту падлу надо было чуть-чуть пораньше заковырять. Все, я понял. За нее особо ничего не дадут, но это надо сделать чуть ниже этажом. Ладно, я потом это сделаю, все равно тут собирать больше ничего. Наверх не подняться. Так что, ладно. Давай тут муравьишки прожорливые. А какое самое топовое метро, я чё минус? Топ отзабыл, то ли московское, то ли питерское. Да, по-моему, они одинаково. Как-то. Наверное, я вообще в питерском метро не был. Я не был в Питере никогда. Кирилл Галосик. Я даже так советские сказал. Были шумные и засраные. Новые теперь с плазмой сенсорной, телевизорами, кондиционерами и зарядками USB. Ну вот, видишь, какой ништяк. Но они, естественно, и плату подняли. Как же без этого-то? Хочешь в комфортных условиях ехать? Плати бабло. Не одинаковые. Так, я опять в этой Nextel.
Или не в этой? Пес его знает. О, подожди. Я помню, тут Кармик бегал и очень много страдал. Но он не лишником был. Так, этот челик у нас ландыш охраняет. Проезд 60 рублей. Маршрутка под 70. На входе теперь в метро можно картой платить или через лицо биометрию госуслуг. Он, наверное, все-таки этот, не ебать, он доджит, конечно. Ты попадешь в нее. Чувак, ты что, больной, блядь? Во. Короче, спамить этих челиков, походу, не получится. Бля, ну и подпускать их тоже не вариант. Да ты заебала. Короче, Светлосовский. Как стеганет меня корней своей. Хуй она увернется. Ну так. И мой ландыш. Ты на костер. Проезд 60 рублей, маршрутка под 70. На входе теперь в метро можно картой платить или через лицо бьет. Ну. Ну, это понятно. Вообще, по идее, насколько я знаю, то, что выгоднее в таких ситуациях покупать этот, как его, проездной, там, скидосы всякие получаются и все такое. Пойдем, короче, прах ложный. А, подожди. Стой. Можно еще с этой бабой поговорить. Я поведаю тебе о днях минувших. Из всех полубогов только я, Микела и Маления удостоились такого звания. Мы были избраны двумя пальцами, как преемники Марики. Одному из нас предстояло стать богом новой эры. Тогда-то мне и пожаловали Блайда, воина, призванного служить неземной. Но я воспротивилась воле двух пальцев. Я никогда не подчиняюсь этому созданию, с тех пор между мной и двумя пальцами не утихает вражда. А тени погибели, убийца на службе у двух пальцев. Я отреклась от двух пальцев, и с тех пор между нами не утихает вражда. А тени погибели, убийца на службе у двух пальцев. А, блядь, это не пальцы. Портуемся. Сейчас слезу полностью. Начнем. Чтобы был этот саппорт хороший. Ну, а потом только посох останется качнуть. И можно сносить. Через спасибо сбег стоит 1 рубль проезд в метро. А так через тройку на месяц можно сэкономить с 2400 на месяц до 50%. Ну, то есть 1200 получится. Бля, не знаю, я вообще за проезд, но... У нас нет ни метро, ну, сам знаю. Ни метро, ни хрена у нас нету. Крупный призрачный ландыш. А, бабок не хватает. Чтямы, как это. Как мы суетим. Давай вот так. Все, максималка на десяточку. Кстати, дорого стоит прокачать. Что за драконий солдат? У нас, кстати, лучше всех в области дороги чистят.
У нас двор почистили от снега. Это вообще борода полнейшая. Сделали бордюр, я не знаю, метра пол примерно. И вот детскую площадку просто закопали вообще там, я не знаю. Ну, сугробы, я не знаю. Ну, метра два, наверное. Сделали. Зато ебать чисто. Ну, как бы снега. Снега нет. Ну, почти. Естественно, он есть. Чем не наверх. Ну, можно полюбопытствовать. Да, а почему не работает? Почему? Ну, лошадь не пашет. МР точка просто. Но его почистили, а в других городах просто дворы не чистят, там полная все. Короче, наездницу надо быстрее сшибать, пока она не встала, потом она начинает прыгать из угла в угол. Ее тяжело поймать. Ну, некоторые, когда говоришь, это что дворы не чистят, иногда, знаешь, снега не очень много, что прям его чистит. У нас прям вот бугор, короче, был во дворе, с него скатываться можно было. Просто вот дорога и машины накатали и все. Это, блядь, за локация уже. Здрасте. Ирил Гаоси. Да у нас всю зиму ща не чистили. Кроме центра Москвы. Чистить начали, когда все растаяло, как обычно. Я думаю, у вас там снега-то практически не было, что прямо его люто-люто начищать. Конечно, камень что стоит. Хотя, может быть, я не спорю, может быть, сугробы и большие были. Что-то куда-то как-то ведут, я не... Ну ладно, просто исследую локацию. MR.Toaster. У нас в этом году много снега. Да, в прошлом было чуть поменьше. Чуть-чуть, но примерно так же. Немногим больше. В этом году выпало. Ну, по-моему, позапрошлым такая была беда. Я помню то, что мы тут гараж этому Кири откапывали. В этом году снег был. Доставка еды на великах испытывала проблемы. Но сейчас уже сухо. Вылезли байкеры и упоротые электросамокатчики. Нихуя. Байкеры, самокатчики. У нас такого нельзя. Ну, как бы, ты не проедешь ни на байке, ни на самокате. Тем более на велосипеде. Хотя, по-моему, я вчера кого-то видел. Чел какой-то на велике там катался. Ну, у вас явно в разы поменьше снега. Что на севере? Куда они тащат, я не понимаю. И все. И пусто. Совсем. Понятно. MR.Toaster. У вас уже огонь значится. Так, давай мы этих улиток тоже пропустим. Пусть они там себе ползают. Ой, твою мать. Нихера их тут понасыпалось. Они еще и траванули до кучи. О, тут тоже все весело.
что они тут и сверху, и снизу, тут какой-то... И они вообще все стекаются. Так, по идее, они должны взрываться все друг от друга. Да, вон они, повзрывались все нахуй. Слушай, они еще потихонечку... Ой. Они еще потихонечку улиток дамажат. Не, походу я вот эту часть обойду, придется обратно возвращаться. Восстанавливать эти как... Восстанавливать все фляги. На твою мать. Сейчас еще, блядь, от капли не хватало отъехать. Ух ты, не подыхает еще. Потому что я, наверное, не попадаю в нее. Все? Ирил Гаус. Кстати, от вискаря вчерашнего не ожидал. Добивай, как вы поняли, коллеги. Ну, если не отслед, значит повезло. Блин, заебал реально. Это бешеное пятно. По-моему, у нас тут от всего можно ослепнуть, от любой этой алкашки. Ты жутко рискуешь, когда что-то употребляешь. Потому что сейчас гонят всякую дичь просто, их всего. По-моему, сейчас самогоном проще. Ну, как бы, употреблять. Это курва крадется. Вот разорвить чтобы. Ой, бесит этого урода на низу дамажа. Немного фляг дали. Ебать тебя, урод. Ну, идешь, восьмерочка. Слушай, там еще какой-то проход. Бесконечная локация вообще. Причем мне вообще не сюда, мне наверх надо. Квест мне наверх. Но игра подкупает жажда исследований. Дальше путешественница, тут бегаешь, жопу умыли. Пытаешься, блядь, не сдохнуть на ровном месте. Хотя, подожди. Очень это все знакомо. Да, мне вот эти в эти ворота, если ты пройдешь по верху. Я вот сейчас окажусь вот в этих воротах. Ну, оттуда приду. Вот тут окажусь. Ну, вот тут окажусь, точнее, сюда надо будет идти. Надо семечку подобрать. Ирил Гаоси. Леша путешественница. Да. Блять, и гляксы могут кайфово вообще пизделить вместе с муравьями на пару. У нас же Даша путешественница, да, говорила, жулик не ворует.
Ах ты гнида ебаная. Пиздец, как они достают-то, я вообще не понимаю. Давай, короче, с первых перил я начну. Я знаю, какие куда ведут. Начну с первых. По идее, там все, все, что надо, я увидел. Сейчас я фляги восстановлю. Пойдем к первым перилам. Ну что ты вылупилась? Хочешь подохнуть? Кстати, это гнида довольно крутая. Все? Бля, как дохуя вот этих вот сволочей тут. Челмах. Вообще, в целом, локация какая-то странновата. Флякса атакуй. Все, ну по идее сейчас должны все подрываться. Твоей матери. Надо только подождать. Тихатку за каждый взрыв, нормально? Сколько там? Три долбанул? Еще две. И еще две. И они добивают последние. Нормально. Мне заодно и этот восстановили. Так, ну это прям ведет вот туда наверх, но это хочу посмотреть, что тут есть. Что-то же эта падла должна охранять. Просто в чайнике и метеоритом прилетело. Архитектуры тут многовато. У меня в нее метеоры разбиваются. Кстати, у нее такой же серп, как мне давали за босса. Такой, ну, крючковатый серп, короче, который как плеть херачит. Неплохое, наверное, оружие. Довольно-таки быстро. Скорее для ловкачей. Ну и чё она тут стояла? Дучок. А там? Щит муравья башки. Обалдеть! Я думал, скунс. Так, наверх ты поднимаешься, по-моему. На, вон они, пятна. По-любому еще какая-нибудь падла выскочит из-за угла. Ну вот, гадалки не ходи. Вот или на потолке висит, или где-то еще. Прах лучника. Ок.
Так, если идти прямо, по-моему, вот сюда. По-моему, там будут два фантома одновременно. Вот здесь у нас кляксовый тусняк. Опа. Да, ну ни хрена надо лазать вообще. Потому что кляксы у нас вооружились щитом. Серьезно? Кляксы со щитом у меня так. Ладно, хоть метеориты у них пробивают побольше защиты. Что там есть вообще? Любому же что-то еще интересное. Скорее всего, мало полезное, но. Ай, что клякс замочит. Прям лютое истребление. Че они не взрываются, как предыдущие? Давай, цыпа, 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 иди сюда. Не знаю, возможно, возможно, придется обратно к костру возвращаться. Скоро времени. Я думал, это какая-то мега клякса. Но нет. Ну, типа, вырастет из нее что-нибудь такое. Мутантское. Колокольная сфера сборщика призрачного ландыша. То есть, короче говоря, призрачные ландыши, допустим, там 4, 5 и так далее, я теперь могу уже возле круглого стола покупать спокойно. Давай попробуем с потолка их сбить. Нормально. Можно еще так. Короче, не торопясь, аккуратненько проходите, она. Они не нападут так резко, короче, скорее всего. По-любому какая-то замануха. Они, скорее всего, вон тут тусят. Да? Тусите? Нет. Не тусят. А где они тогда? Или дальше? Не, вон туда. Бля, там бешеный шарик едет. Как-то надо его дамажить. Нихуя он долбанул. Я где? Хули он так разгоняется? Тихо, вот пока он застрял. Ебать ты, Люси. Все, катись сюда. Он, походу, застрял, как Винни-Пух. Что тебе, дурно, блин? Такая гнида, ни хрена уломанулся. Вроде медленно-медленно катился, потом так пил просто. На сверхскорости. Косарь за него дают. И фляги восполняют. Хрена, слезоличинки. То есть одного шарика такого завалил.
И можно пойти сбегать, переродиться. Босяцкий подгон. Проверить неочевидный ключ. Есть что-нибудь? Давай сюда скажем. Исследовать так уж все. Какие-то тетки стоят. Ну-ка давай. Оп, от метеоритов не убежишь. Но они же, наверное, что-нибудь охраняют. Не зря же использовал очевидный ключ. Которых довольно-таки немного в игре, кстати. Даже за боссов дают иногда. Так, давайте мне что-нибудь вкусное. Прям что-нибудь вообще крутое. Баб, короче, можно призывать этих. Спасибо. Ну-ка, зря ключ испоганил. А это где? Верно. Ну, здесь у меня шарик застрял, то по-любому. Да, вот он тут ломанулся, тут проход. Я понял. Какой-то постоянно бегаешь, лут собираешь, а нахрена он нужен, для чего? Для крафта чего-то там. Я даже вот то, что у меня в инвентаре находится, я большую половину не в курсе вообще, нахрена это надо. Тут подстава. Тут подстава, подстав стопудово. Прям такой сундучок лежит, короче, ждет тебя до счастных. Ах, любвеобильный человек. Кто-то стоял, короче, стенку обнимал. Я думаю, это была прелюдия, чтобы ее отдрыть. Короче. Никого нету? Никого. Давай, бегом. Открываем. Ну, там шарик сзади катится. Так, ладно. Валь, давай. Блять, он меня зажал где-то. А, пизда, и ворота закрылись. Фимовой расклад вообще. Шариком тет-а-тет. Блять. Я подохну. Нихера, как мне повезло. Чисто на скорости его захерачил и все. За личинки опять. То есть в этих шарах личинус. Жуть какая. Я думал, там двери, кстати, не закроются. Типа, пробежал, забрал, куда-нибудь свалил. Да, конечно, все рисковано. Но сдается, мне сейчас еще один шар покатится.
Ай, пес с ним, давай, короче. Пиша. Где шары-то все? Я думал, сейчас меня как начнут атаковать, они один за другим. Только отмахивайся, палочка. Так, рано сюда. Все впереди. Предмет отсутствует. Я проверю. Узри тупик. Узрил. Вообще очень плотная многоэтажная локация, куча подвохов всяких. Хотя по сути по карте я кручусь на одном месте. Это небольшой пятачок. Я уже забыл то, что я тут бегаю и вроде как пытаюсь квест выполнить какой-то. Здрасте. Так. А чё он не дамажит остальных? Давайте уже взрывайтесь. Понеслась цепная реакция, а там у нас шар. Шар на потолке висит. Да, можно еще раз в толпу вот так. Здесь вот капли этих понавалило. Какие-то со щитами. О, ну-ка, а шар? О, шар их раз этот. Они тут сами все позрывались. Походу к шару сдавил. Александр Комендант. И снова здравствуйте. Во сколько заканчиваешь? Ну, так же, наверное. 21:30 где-то так. Бля, буду сейчас шар на меня арканят. Причем в такой ебической скорости. Надо съебывать куда-то влево. Если там есть дверь, конечно, вообще. Бля, ну и впереди сундук. Короче, как обычно, жадность фраера погубит. А что делать? Интересно. Шарик. Да. Я его из зоны биоза вывел. Да. Там на меня попрет. Тихо, времени немного. О, в колонну уперся. Ништяк. Слушай, прям подкармливает меня флягами. Ну, по чуть-чуть хотя бы, но. Типа я две пользую, одну возвращаю. Так, а мне восьмой нужен. Понял, принял. Так, что у нас по манне? Блин, как посмотреть? Сейчас потому что будут этих два фантома. Не знаю, много я видел то, что народ с ними парился. Что они оба бешеные.
Они там в каплях сидят. О, одному неплохо так, кстати, прилетело. Кому-то там. Попробую держать их на расстоянии. Кто-то подох. Да, папа несется. Я прям чувствую, как пули свистят. Ну, хоть кого-нибудь-то я попаду, не? Понятно. О, вот так вот, мужик, ходи за мной. Нормально. Ну, мужичок нормально задамажил так. Ты чё, блядь, самая шустрая? Подождать? Да, подожди. Надо как-то надо на ступеньке выманить. Чпок. Чпок. Ну, почти. Еще надо пару раз не добавить. Давай, 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 ну что тут? Кирилл Галосин, чё ты всех в труху? Ну, в принципе, надо думать. У меня, блин, какой-то там 170 какой-то левел. Довольно-таки перекачанный персонаж. Потому что... игру в основном заканчивают, но если знаешь там, ну, хорошо играешь ты, подобные соулз-лайки тебя особо не убивают и так далее, как бы, то игру заканчиваешь где-то уровне на 90 примерно так. Ну, у тебя там полностью прокачанное оружие там, ну и так далее, 90 левел примерно, если ты ничего лишнего не вкачиваешь и так далее. А максимальное я вот и на днях видел. Кстати, игра на торрентах есть. Купить нельзя, скачать можно. Я тоже видел то, что на торрентах она есть, причем в та же версия, в которую я сейчас лобаю, в обновленную. Ну, там 1.0.3, что-то такое, как не суть. Вот. Максимальный левел тут, по-моему, 713. Луна Накстеллы. Подожди-ка. По-моему, это квестовый предмет. Блин, а где его искать-то? Бля, еще придется весь инвентарь, что ли, перерывать. А, вот, все нормально, это медальон. Число ячеек памяти. А, ну. Просто, ну, ты можешь еще там ячейку для заклинания. Не знаю, одну, там, две добавлять. Ну ладно, такое себе, короче. Прикольный медальон, но дело в том, что ты всего пока можешь медальонов 3 штуки повесить. Ближе к концу игры тебе дают возможность повесить 4, так что... а всякую дичь как бы нехер забивать. Место. Все, короче, вот здесь вот будет... да. Здесь у нас будет лифт. Потом я сейчас должен спуститься там, где дерево, муравьи ползут и так далее. О. То есть фактически я стоял, ну вот где муравей, чуть дальше, на этом пригорке. Потом вернулся назад и все обошел только с другой стороны. То есть вот как у нас великий гениальный локации строит. Ты спускаешься с одного места,
оказываешься в другом, а потом бежишь, вроде ничего не понимаешь, а потом жух, и выходишь где-нибудь в начале вообще. Так, теперь надо отсюда как-то аккуратно спуститься. Мне вот туда. Желательно проигнорить, наверное, этих вот друзей. Да и этих тоже, пожалуй. Давай, да. Че с ними возиться? Мана не резинова. По идее все, локацию эту я зачистил. Без одного этого. Одну лестницу не проверил, но я думаю, что там ничего прям такого сверхъестественного нет. Еще одна локация. Да, отдохнуть. Сейчас полезем в гроб. Как пела наша великая и ужасная коррозия металла. Даже когда я отреклась от двух пальцев, Блайт остался моим верным союзником. Это полуволк, который. Он был рожден, чтобы служить неземной. Так что для двух пальцев он стал роковой ошибкой. Блайт и Иджи, ради меня они готовы на все. Они прекрасно понимают, что такое темный путь. Прям на темную сторону силы вступила. И что я должна предать все свои идеалы, дабы избавить мир от гнета прошлого. Наверное, ты тоже меня понимаешь. У тебя добрая душа, как и у них. Да? Еще раз. Ах, это обличие развязало мне язык. Бухай его. Кажется, я сболтнула лишнее. Забудь этот разговор. Ага. Тут она, по идее, вот то, что ты трещишь с ней возле костров там и так далее, она поясняет за лор то, что она была ведьмой какой-то там. Ее заточили в тело куклы. И ты должен ее, как добрый самаритянин, оттуда достать. Вот. Блайт и какой-то Иджи. Ну, Блайт я не знаю, кто такой, но Иджи... Видал. А, не видал, наоборот. Блайд знает. О, они типа ей помогают. Ну, что-то вроде, я так понял, это телохранители ее были. А, ну, давай сходим. Надеюсь, не подохну. Да ладно, никакой нычки, но может быть за вторым хотя бы будет. Ферхан, ты можешь попасть в топы и рекомендации команды Стрэм Промотион Промотет на 50? Могу, наверное, я не знаю. Секретный ход отсутствует. Топы рекомендации, ну да. Если YouTube так работал, было бы замечательно. Ты, по-моему? А нет. До босса еще добраться надо. Ни хера не видно. Сейчас еще, да, сейчас в озеро гнили надо лезть, короче, еще ого-го бегать. Ну, примерно половину этого квеста я прошел. Главное с этими глазастиками
повнимательней. Они вот что в первой, что в третьей части тоже бегали. Причем они как бы прыгают, они шустрые и постоянно тебя травят какой-то херней. Так что это может чревато быть. Когда особенно их больше двух, то... Уби пизда, вон фантом встает. Ой, метеорит. Зловещая тень. По идее, зловещая тень, насколько я понял, это у нас охотник на магов. Ну вот на вот эту вот бабу, которую мы идем спасать от колдовства какого-то бешеного. Ага, он тоже лечится. Как обычно, у них там, по-моему, не больше одной фляги с собой в этих понтонах. Кстати, у него огромный меч. Все, подав. Прекрасная битва. Спасибо, все оказалось сложнее, чем я думала. Теперь я наконец смогу предстать перед ним. Прощай, мой добрый друг. Иди скажи Иджи и Блайду, что я их люблю. Ключ от заброшенного дворца. Вот здесь каким-то чудом вообще. Ты должен сообразить то, что тебе... Ну, по идее, она с тобой попрощалась. Все, до свидос. Тебе надо каким-то чудом сообразить то, что вот этот ключ, который дали, он у тебя открывает один единственный сундук, который был возле бабы с перерождением. Там ты достаешь это кольцо. В принципе, последовательность тут уже не очень важна. Главное это. Так, до костра бежим. Последовательность тут не очень важна. Взять сначала кольцо, либо сейчас спускаться в эту локацию, либо вернуться назад. Фишка в том, что надо это кольцо снять, ну, взять из этого сундука и потом пройти локацию вот эту. Озеро гнили. Давай, наверное, протанемся. Сейчас. Сразу же к сундуку. Воспользуемся ключом. Примерно тут. По идее, все, она как бы с тобой попрощалась и типа говорит, скажи Блайду Иджи, там то, что все будет ништяк, вот тебе ключ. От чего он? Че он должен открывать? Хер его знает. Но дело в том, что это еще квесты не закончил. Кстати. Это у нас училка бывшая. Ох, мой ученик. И я. Ты? Корианский, кстати, этот у нее так и не появился. Я не знаю, что для этого надо сделать, чтобы у нее появился корианский резак. Быстрый меч, который действует от магии. Так, ключ использовали. Сундук с сокровищами, кольцо темной луны. Да, почитаем, что за кольцо. И кольцо надо на эту куклу одеть, и тогда она возродится. Но не все так просто. Надо сначала босса завалить. Не знаю зачем, но короче так надо. Так завещал Хидетака. Кольцо холодной клятвы лунной принцессы Ренни. Вот, и ни описания, ничего нету. Просто вот сиди догадывайся. Пояснение. У него ничего не написано. Ирил Гаоси. Коллеги, кто знает, как замутить кролика домашнего? Лежит, ждет своего часа. Да не знаю, по идее, обычно что его запекает. Ну, не знаю, там, наверное, он такой, ну, много там мяса, с него не нажрешься.
Можно его просто типа потушить, попробовать. Я не знаю, просто в каком, смотря в каком виде ты его хочешь видеть, вот чё. Так, здесь отдохнуть. Сейчас мы возьмем с собой чары, молитву точнее, которая нам будет восстанавливать, это я не пользуюсь, которая нам будет восстанавливать от гнили. Так, лечит заклинателя. Кирилл Гаоси. Это. Я думаю его тупо сварить. И с рисом. Не знаю, вареный. Ну это просто будет как, блин, не знаю, вареная курятина. Я думаю, что-нибудь пооригинальнее можно что-нибудь придумать. Типа потушить его, я не знаю, с какими-то овощами там. Либо нет, можно запечь в духовке. Карта. Мне вот туда, короче. Вот это все надо пробежать. И очутиться то ли вот здесь, вот в этой точке, то ли вот в этой точке. Точно не знаю. Поэтому, ну там я, кстати, блестяшку какую-то видел. Яйца в этой смоле, короче, красно. До свидания. Бабочка ионии какой-то. Красная гниль. Нормально. Кузнечный камень, мрака 8. Это то, что я искал. Похер. Я, главное, камень восьмой нашел. И я могу сейчас посох свой заточить. На максималку. Та-дам! Но если бы вот не это заклинание, я бы подох. Потому что эта гниль, она просто люто сносит. Успей все здоровье, то, что у тебя есть. Хотя, наверное, я пуху качну и пойдем на перекур. Так. Сожрать надо тушенок маленько. Ну, да давай вот этих 11. Я там полтос просрал пост. Я туда обратно не побегу. Вот. Мрака 8. Мрака 9. И мазафака. Драконий. Все, максималка. Убийца богов. Получено достижение. То есть у меня посох Азура прокачан максимально. У меня прах призыва тоже прокачан максимально. По идее, мне сейчас только шмотки и докачаться по левелам. Ну, чисто так, для интереса поднять, допустим, инту. Потому что мудрости 83. Ну, куда еще выше? Ну, будет он дамажить на плюс 10 еще. И все. Колдовством не пользуюсь, веры за глаза 33. Ну, 30-ник даже. Отлично. Я не знаю, ловкости может быть как-нибудь пофармить, поподнимать, чтобы быстрее кастовать заклинание. Возможно. До полтинника ее догнать было бы забавно. Силы. Ну, не знаю, у меня посох, конечно, скалируется от силы, но не то чтобы очень. Стойкость вообще не пользуюсь, интеллект. До полтинника можно догнать. Но это опять же, в принципе, вот у меня слезы, ну, я насобирал слез, у меня одна фляга поднимает практически полное то, что я вот накачал до 43-го левела. Она там фляга одна, на плюс 8 у меня заточит. Если будут какие-то потом кубки подниматься со слезами, тогда уже можно, в принципе, инту поднимать, пока этого достаточно. Иначе придется иногда пить по 2 этой. По 2 фляги. А, жизненная сила. Ну, не знаю. Не особо прям вижу необходимость ее качать, потому что, ну,
херовый маг, к которому подобрались. Как говорил мой дед. Ты говорил, мой дед, я твой дед. Да и вообще, в целом, у меня сейчас один левел поднять, 164 уровень. У меня один левел поднять, 190 косарей. Это примерно минут 10 фарма. Как-то так. Ладно, давай на перекур, сейчас подойду и будем продолжать квест. По идее, там только через озеро перебраться, дать по щам боссу, завалить потом дракона и добить квест. Потом, может быть, и управимся за сегодня. Посмотрим. Сейчас подойду, 3 минутки. Поехали к бабе за орехами. Понятно. Подождем. Игру подключиваю до сих пор. Спасибо. Так. А ну обратно, да, на озеро гнили. Сюда. Сейчас нужно этим заклинанием бафаться и бежать по прямой, по идее.
вон туда, где проход. Ну, по-моему, есть резон это дело как-то обойти. Красная гниль. Нормально. Полутаем, если что. Глядишь, может, что прикольное дадут. Смазочки дали. Вон там что-то интересное лежит. Угу. У нас еще челики выпрыгивают. Особо терять, в принципе, нечего. Ладно, пролетели туда. Эх, пробежал. Чё? Черный ключ болт. А сейчас меня задамажит. На, я не успел. Все, хуйня. Давай дам. Ну тут максимум, что можно, так это душу потерять. Ну, в принципе. По большому счету, кроме шмоток, все, что надо, я нашел. Для прокачки. Угу. А, нет, слушай. Появилось обратно. Ну, то есть. Есть на какие платформы вставать. Красная гниль, понятно. Кстати, такое себе вот это заклинание. Особо оно, конечно, не помогает. Давай до туда добегу. Ну, хотя бы у меня здоровье не тратится. Вот так вот. А что появилось? Только вот эти штуки выросли. Что-то мне сдается, то что здесь какой-то должен быть босс. Шли сюда. Здорово. Согревающий камень. Ну вообще какая-то херня, просто замануха. О, там кто-то сидит. Интересно. И как? Ну, вот, я успел. Что это такое? Пойдем посмотрим. Солдат. А где мне с ним биться-то? Интересное кино. Так, ну по идее, если он активировался, сейчас можно добежать до платформы какой-нибудь. И там его оттуда дамажит. Сейчас попробуем. Кстати, можно прах призывать еще. Далековато что-то он стоит.
А может там хотя бы есть что-то? Ну какая-то платформа, где его хотя бы просто удохать можно. Потому что, ну чё, вот на этом пятаке с ним биться, я не понимаю. Это бред вообще. Причем с учетом того, что этот товарищ, он тоже как бы типа ваншотит. Ни лошадь не позвать, ни хрена. Погоди. Ну там сейчас Кляксу позовем. Половина здоровья у меня это Клякса только забирает. Интересное кино. Ну. Я даже не знаю, с чего начать-то. И сюда. По идее, Кляксе должно быть по барабану. Комета, я его вряд ли достану. Надо даже его в цель не ловит. Ты как там вообще? Ай, бля. Бля, ну я хрен знает. Босс стоит прямо, короче, в жиже в этой. Погоди. Я хотя бы хоть еще какие-нибудь платформы активировать, чтобы было на чем с ним драться. Но уже лучше. Я еще раз побежим. Сейчас мы с Кляксой его запинаем по-любому. Причем вот этот босс, он уже встречается третий раз, по-моему. MR.toaster. Надо, что минус. То есть шмоты надеть, что минус. Бы не травило. Нет таких шмоток. Тут типа красная гниль, это, короче, имбовая травилка. Кстати, а если у тебя вот так вот мало здоровья, и ты призываешь своего двойника, тебя могут последнее здоровье, ну типа ты призвал и подох героически. Может, интересно такое быть. Так, челики. Жаль, очень жаль. Так да, вот тут и она, то что красная гниль, я говорю, то что тут дело такое. Так, лечимся. Призываем. Подожди. Вот тут я его призвал. Да, блядь. Давай быстрей. Пока нащелкаешь. Наконец. Так. Пятно. А, его не призвать, потому что у тебя здоровья мало. Понял, принял. Теперь. Вот так. Пятно. Хилимся еще раз. И типа без хп мы его должны отмудохать. Веса, блядь. Давай, вставай, чё ты?
Давай быстрее. Бам. Хорош. И хуя там, ну, сначала он лупит мелкой какой-то пизней, а потом ничего так ему прилетает. 58 тысяч для этого урода дали. Меч из драконьей чешуи. Что за петушка вообще? Это сабля посос. А, ладно. Хотя не знаю, может быть. Может быть, если это все дело качнуть, то она будет такая, ну, лютая имбат. Да и все, в принципе, да? Боссов тут нету, так что перебежками да на вот. Главное все правильно сделать. Причем никаких других заклинаний от этой красной гнили я не находил вообще. Ни талисманов нету. Какого-то там, я не знаю, противоядия, может быть, там какие-то пилюльки, может быть, что-то и можно там скрафтить, но это очень редко. Так и живем. Так, ну давай еще раз. О, полетели дальше. А не успел. Тут хидетака, бля, проказник. Любители красной гнили всякие болот правящих. Че, наверняка здесь какой-то есть еще один этот, как его. Ну, типа подъема, я не знаю. 5. Да, может туда сбегать. Еще. Успел. Да. Слушай, там сундук какой-то. Это для избранных стопудово. Хворью особо не страдает. Здоровье до хрена. Давай, что даст? Справочник кочевника. Ну, это как раз крафтить вот эту всякую дичь. Ну, не знаю. Может быть, там что-то и про пилюльки. Может быть. Осталось-то чуть-чуть добежать. Да. Вот так вот. Это понятно. Заклинание на лечение. Раз. Ой, давай второй. Все. Разобрались. Так, я надо вот на ту сторону, по-моему. Да, тут обрыв, надо туда. Оп. Там костер и нормально. Тут еще попрыгать придется. Еще как бы не вся.
снаряжением. Кошка. Главное потом ее не забудь переставить. Потому что здесь можно хорошенько грохнуться. Мне в самый низ надо. И направо. Налево. Так. Потом сюда. Не знаю, тут есть что-нибудь, нет? Ожидаемо. Сейчас сколько там паскудышей стоит, а? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я еще половину, наверное, не вижу просто. Придется их потихоньку убивать. Потому что эти богомолы, они, короче, очень сильно могут дамажить. И они очень быстрые. Не каждое заклинание еще дойдет. Да? Да. Вон эти сучки уже ходят тут. Ну-ка. Было нормально. Они еще и этот стрелами умеют стрелять. Хотя эти могут не стрелять. Я не знаю. Они как будто когда подыхают, что-то болтают. Так, иди сюда. Хотя вот этот посох, ну по идее тоже без разницы, чем ты кастуешь. Можно же проверить. Ясно. Красногвин. Блин, и хочется и Коля здесь. Ладно. Пойдем посмотрим. Не успел. Ах ты, ебаный, ты почеши, блядь. Ой, какая хуйрага. Выскочила, бежишь, ты, значит, за лутом теряешь здоровье, следишь за тем, пока тебя травят за этими всякими полосочками. Медитака, блядь. Одним словом, вот просто медитака тебе пришла, в одна большая медитака. Чем вообще, мне по идее не туда. Ну теперь, блин, очень хочется эту гниду тоже заковырять. Затягивайся. Ну, чуть-чуть. Ну, ёпти, ты еще дальше отойди, ну-ка, этого. И он же тоже уйдет. Не, смотри-ка. Приемлем. А вот того нет. Ну, он сейчас подойдет, по идее, постепенно. Тут. Хотя вот этого чувака я вообще не видел. Как он здесь оказался, я хер его знаю. Сука, взял до колонны и спрятался. А, слушай, они по этой гнили тоже ходить не могут. По гнили только глазастые передвигаются. Блин, не знаю, стоит еще раз проверить.
Да он, наверное, хер появится. Не, слушай, эти ходят все равно. Ну-ка, вылезет он, нет? Да, и текать. И текать. Тихо. Я такой Надя, а он, а я. Причем это не босс, это теперь уже мобом считается. Четвертый или третий раз тоже с этим уродом уже встречаюсь. Теперь это мобы. Я, короче, туда не пойду. Сейчас посмотрим, сколько кометы дамажат, если ты держишь прокачанный посох Азура. Типа, ну, есть ли смысл мне между посохами переключаться? Иди сюда. Неплохо. Примерно так же, как и метеоритный посох не прокачан. Пойдем. Так, ну... Пойдем туда, короче. Да, у них намаз, походу. Ебать, то есть. Поехали. Если они так стоят, то там, короче, вот в этих воротах что-то еще должно быть крутое. Ну, в смысле, какой-то босс. Мне вон туда. Ну, чтобы закончить квест. Бля, второго зацепил. Лепо вредителя, ну понятно. Оружие дали такое же, как у него. И ландыша за мной. Мне вот в этот гроб надо ложиться. Ну, тут любопытство берет вверх. Поэтому я пойду туда. Это больше делать. Давай наверх. Бумбук, и че, его никто не охраняет? Подожди-ка. Давай хотя бы комету поставлю. Слушай, правда, его никто не охраняет? Жало скорпион. Ну, это, скорее всего, кинжал какой-то. Ну, надеюсь, так же, как стандартные кинжалы, короче.
Так, и сюда вот эту штуку, чтобы побыстрее переключаться, не между тремя уже посохами, а между только двумя. На реген бы манны найти какой-нибудь талисманчик. Было бы вообще просто скопыт. Самое то было, пришелся. Ну так, бежишь, тупишь, и прям манна восстанавливает. Потому что с помощью маны можно делать все что угодно. Отдохнуть в саркофаге. Точно не по... А, нет, да. Нормально? Мы сейчас как раз возле босса. Легко окажемся. В этой игре уже второй раз ты залезаешь в гроб. Тогда не красная жидкость была, а белая. И гроб поднимался вверх, по-моему. Сейчас вниз. Тут вот фобия на пальцы, гробы. Ну, как обычно, на животных стандартно. Лестницы, лифты. У нас что-нибудь вкусненькое валяется? Нет. Так, ну клин марики-то тут есть. А вот петушки с призывом, что-то я не вижу. Будь у меня друг. Что пальцы, о, пальцы, но дыра. Ну вот это призываем. Ну и комету, наверное, поставлю, а там как повезет. Давай чик, потом бахаем. Заебись, я зашел. Шикарно просто. Заходишь просто, не могу шутить, просто первые 2 секунды. Давай еще раз. Да ёб твою мать, ты серьезно? Ну и чё, на секунду нельзя остановиться? Интересно. Андрей Тихонов, босс ЭБС, пришлось жизнь качать и все долги потратить. Да, посмотрим. Угу, уже лучше. У меня жизни, короче, не хватает, потому что я... Пока он перезаряжается. Давай, призываем. Быстрей. Андрей Тихонов, в 10 правду ложится. Так, ну я хотя бы его в камеру поймал. Уже лучше.
Где такое, блин? Не туда. Не туда я ему залудил. Где? Портуемся, значит. Точнее надо бы стрелять. Ну, если не считать, то, что я просто возле входа дважды сдох, то с первого трая он улетел. Воспоминания о рожденном бездной. Ага, то есть это был сюжетный какой-то босс. Ну, плюс-минус. Короче, прокачанный прах на плюс 10 и посох Азура делают дела. Вот и все. А я, получается, отсюда зашел, что ли? Че у меня тут душа валяется? Восьмидесятку, кстати, за этого урода накинули. Блин, я не знаю, в какой стороны я пришел. Так, вон, блин, Марики. И сюда там. Противоположно стоит. Как-то так. Вообще, где я нахожусь? Хоть локация. Типа того. Красиво у вас. Я представляю, что будет вообще, в принципе, с каким-нибудь попроще боссом, у которого жира не так много. Он просто будет как соска улетать. Давай, наверное, мы тут и посидим. Какие-то фляги же я потратил. Да, в принципе, это все. Причем то, что я не юзал усиление чар. Кирилл Гаоси, топ прохождения за мага. С мечем было бы совсем не так. Конечно, абсолютно вообще не так. Тут играю, ну, тут иногда некоторые боссы, ну, просто они тебя вынуждают магию использовать. Они летают там где-то поверху, знаешь, тебе там дают 2-3 секунды. Тут вообще, в принципе, игра на магии очень сильный упор сделала. По сравнению с третьим DS-ом. Охрененный просто упор. Просто хотя бы из-за того, что ты можешь себе прах какой-нибудь призвать, там, фантома. Это уже считается магия, по идее. Но если это игровая механика, и она не возбраняется, то... Чё б нет? Ты же не читеришь. И ты так и сам придумал. Но милишникам тут реально сложно в этой игре. Причем с таким объемом, как бы. Если бы она была хотя бы немножко поменьше, ну, я появился там, где не мог появиться. Алтарь лунного света. Сейчас дракон вылезет. Где-то.
Я будем искать, где Реналу будет заюзать. Она где-то тут тусуется. Дракон, наверное, по прямой, да, вот тут. Слушай, она там же, наверное. Сейчас, подожди, мы все тут обойдем. Лошадку. Эй, не то. Наконец-то мне можно хотя бы побыстрее это все дело обходить. Дорого. Слушай, это не тот ли? Там их два, что ли? Бля, либо это какие-то уцененные драконы. Ну да. Ну-ка давай так. Оп. Потом вот так. Ебать, у него жира, конечно. Я не попадаю еще. Я через раз как-то ему насандоливаю просто. Он там еще кого-то убил. Я просто не знаю, тот ли этот, тот ли это дракон. Ну, типа, мне нужен какой-нибудь пожирнее, правильно? Смысл на мобов размениваться. Потому что у него в жизни не появилось. Не появились, значит он в виде моба. Вот. А это то, что надо. Вот так. Адула. Прикольный. Воевать. А у меня там двойник нормально шкерится где-то там за кучкой. Я тут во всей красе даже коня хуй слез. Ничего, сейчас мы заковыряем. Не вижу смысла ковырять от этих мобов, если действительно можно попробовать долбить по этому. По серьезному большому дракону, возможно, и мелкие пропадут. Так вон, конь у меня между ног исчез. Так же. Так, ну где-то здесь. Так. Так. Полетели. И как, что цель доверяться? Надо ему прям в банду пить. Тогда дамаг хорош. Вон, на косаре. 1800. Ну, пейте эту херню, он сейчас станет. Плохо дело. Он хотя бы не лечится. Дракон меч выхватил. Чумовой расклад вообще. Надо было его удохать, пока он лежал. Он бы сдох сразу. Там его оставалось бы добить. Поэтому контролем количество маны.
Что-то пострелушки какие-то у меня еле долетают. Сейчас долбанет, валим. До конца, ай, твою мать. Дизайнеры, блядь, локации. А чё не в лифте мы с драконом бьемся, я не знаю. Ему даже съебать по-человечески нельзя. Может, кометой долбануть? Давай. Комета что-то так себе достала. Близко подошел. Надо еще ближе подходить, чтобы нормально с кометы ему прилетело. Хотя я не знаю. Она бьет по прямой. Главное по пати начать дамажить. Вот и весь сказ. А там у него уже потом улетит здоровье. Так, и пробуем вот это дело, вот это и вот это. Давай морду свою сажай. Вот так вот. Все, до свидания. Да сука, блядь, прям в меня херачит своей херней. Прямым такой, на удочке. Точно, на меня. Прах, кстати, что-то немного ему сносит, так чуть-чуть чисто его дамажит. Но живет подольше. Подольше меня даже будет, по-моему. Давай-ка мы еще раз. Так. Надо. Ожидаемо. Драконы все бьют пластом. Блять, я со страха двери. Две пляги ушатал. Я взял еще бутылку, пока я проверил. А смех на перерыве выйдет не существо. Ну чё, бывает. Что это? Бутылка искоря. Так, щекотание в горле. А, было ящик, брат. Слушай, дракон прям на этого. На челика. Причем дракон задамажил своих же мелких драконов, походу. Я, блин, лошадку не позвать.
мобу моему прилетает. Ах ты, сука рваная. Симпатично уебал. Ну, товарищ Манхот. Там осталось, кстати, недолго ему давить. Метеориты нормальная тема. Даже в каком-то, в какой-то мере получше будут этого. Получше кометы. Хреново, хреново, что у нас у меня заклинание действует от этого. Ну, призыв действует от здоровья. Все, да, вали, 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 вали. Чё, моб-то не отходит? Кирилл Каос. Кстати, с начала операции был очень сильно вырос специалистов в мире. Кто и есть такой? Бляха, даже видно. Слушай, ну-ка, ну-ка. Слушай, а у меня челик-то живучий. Так-то. Давай. Все, сейчас заковыряем эту блюдо. До свидания. Очень сильно вырос спрос на специалистов ИБ в Кадоре. Есть такое? Что значит ИБ специалисты? Лунный клинок Адула. Ну, это, короче, то же самое, что и вот у меня есть такое заклинание, только оно морозом долбит. То бишь, то, что дракон выхватывал зубами, летел с этим клинком, короче, то и тебе дается так. Ну, не особо пригодится. 120 косарей за него дали. Это какой-то борзый, походу, дракон был. Был. Собор Мануса Целиса. Что за Манус? Осколки звезды света. Я не знаю, что это. Что за звезда свет? Нахрена мне его осколки? Пять. Ирил Гаоси. Ну, специалисты информационной безопасности. Для хорошего специалиста в Москве теперь 400 тысяч – это среднее значение. Я не знаю, нет, наверное, нам такого, у нас, наверное, таких специалистов-то и нет, ну просто зачем? Я думаю, там просто все через связь с Москвой делается, и все. Как бы иметь за 400 косарей, на, такой зарплаты точно у нас не будет. Иметь за 400 косарей, как бы, платить одному специалисту, это вряд ли.
Хотя я не знаю. Я не знаю. По идее, надо вот в этой структуре, скажем так, работать, чтобы быть в курсе. Нужно им что-то. Вот тут у нас как раз это Ринала и сидит. Я пока сохранюсь. Кстати, ты видел, насколько видюхи подорожали? Да? У нас однокомнатная квартира стоит дешевле. Сейчас, по-моему, что там, 3090, да, или 3070 стоит 600 косарей. У нас однокомнатная хата стоит, ну, пятихатку. Иди, любовник. Ну точно. Одна пять. Видно, конечно, все замечательно просто. Ирил Гаоси, жесть. Будем лапу сосать. Не, ну почему? Тебя же зарплата сейчас не обижает. Ну, типа, ее дают тебе вовремя и все такое. Так что, все нормально. А в принципе, по-моему, процесс лапы вроде власть успокаивает. Вы не кипишуйте, сахар не покупайте, галоны. Не скупайте всякую херню. Все есть, все работает. Да. Вот он, Ринал. И тут, по-моему, можно было как-то по-другому спуститься. Ладно. Вот, короче, эта кукла трехрукая. Или сколько тут у нее? Да, четыре руки. Вот она сидит теперь. Без шмоток. И такая вся готова возродиться. Надеть кольцо. Кстати, у нее одного глаза нет. По-моему, это ноги какие-то кровавленные. Не знаю. Пирожок какой-то лопнувший. Беляш. Ебать, я весь тут в хрусталях просто. Тряпки и хрусталь. Прям из пальцев лезет. Интересно, у меня второй глаз откроется. На башке. Блин, тематика неинтересна. После прохождения кольца, что дальше? Ай, не знаю, точно пока не скажу. Может быть, Dying Light добить. Может быть. Так это тебе предначертано повелевать, Май? Вероятно, мне не стоило тебя предупреждать. Я все же так рада. Для меня честь служить тебе. Я отправляюсь в ночное небо. Там я обрету свое призвание. Ты же следуй дорогой повелителей. И когда все закончится, мы встретимся вновь. Я так понял, на игру плюс ее надо призывать, да? Потом в виде праха полу. Ирил Гаоси. Кстати, в Dying Light вышли еще патчи. Ща игра не продается в Стиме. Надо пройти. Ну, то, что в Стиме-то оно не продается, это не показатель, конечно. Но да, я думаю, мы пройдем. Надо добить просто, ну. Потому что тупо жалко, блин, выкинутых денег. А так, ну, не особо, чтобы хоть хотел. Так, вот этот у нас меч, короче говоря, лунный. Так, где он? Колируется, значит, он от мудрости, силы и ловкости. Если его заточить и все такое, короче говоря, это будет неплохая пушка.
Он дурочник, он коротенький, но типа сносит много. Вроде так про него говорили. Вот этот почему-то топорик, кстати, дамажит просто с копыт, если его прокачать. Ирил Гаоси, я тебя достану. Но как ты днюк управил? Ну и как. Особо ничего такого. Подбухался и все. Потом отдохнул, да, на работу с утра. Сейчас я говорю. Что за выход, интересно? Ну, наверное, да. Просто с пещеры. Безопасно. Я вот все думал, как вот сюда попасть. А оно вон как оно. То есть найти все места, которые тебе не добраться. Куда? Те места, которые тебе не добраться, ты попадешь по квестовым заданиям. Квестов еще у нас получается про вот этого получеловека-полуволка квест. Потом квест Ди, который там сидит в маске возле круглого стола. А может быть, это не Ди, а кто-то другой. И еще, по-моему, парочку. С учетом того, что я еще очень много чего не прошел. Я еще где-то до середины игры. Вот если прям, прямо вот все делать, то я на середине. А так. Давай сюда сгоняем. Я просто представляю, если у тебя как бы оружие не очень прокачанное, как ты долго и муторно будешь просто все это дело проходить. Просто одуреть могу. Ну, в принципе, Кидатака всем обещал 4 ДСки вместе. Одновременно. Ебать, турыся. Ребята точно не хватало. Пиздец, вот мне даже на лоса не удрать. Ништяк. Сейчас, короче, здесь полчасика побегаем. Да и хорош. На сегодня. Потом можно, в принципе, уже идти север конкретно изучать. Игра повис. Прикольно. Да, игруху повез. У тебя какие-то процессы идут. Хера знает. Еще раз. Все-таки интересно, может быть.
там, где я очутился, может быть, что-то полезное валяется. Кстати, первый раз вот она так вот у меня вылетает. Точнее, чтобы висла так, на прочняк вообще. Этого такого не было. Загрузка тут, конечно, капец. Ладно, еще по-быстренькому этот остров побежим, да и все. Там буквально-то в одной стороне и в другой там до руины бежать, посмотреть, что есть, да и все. Давайте грузить быстрее. Неужели? Балдеж намка вылез. Игра была некорректно завершена, ну точно. А для начала мы что, мы души заберем? Все-таки 120, ну... Лишний минус 10 минут фарма. Годится же. Так. Надо как-то спуститься отсюда. Да я вообще не пойму, где меня, загандошили-то. Ага, отсюда вот туда. Отстаю, только назад. Потом вниз. Главное опять на эту падлу бешеную не нарваться. Если нарваться, то быстренько убежать. Круто. Там их три, да? Причем это максимально противный моб, которого можно вообще было придумать. Еще, блядь, в таком месте. Тут еще, возможно, нычка какая-то есть с пещеры. Я не знаю. Мне туда не подойти, там это уроды эти просто кишат. Ну допустим, здесь я пробежал, здесь скорее всего тоже, но давай проверим. Раз, два, три, скорее всего тут клин этот какого, четыре, пять. Ладно, так и пойдем тогда. Почему у меня цифры переставились? Не в той последовательности, которую я хотел.
Так, единица, но я только что оттуда, да? Все понятно. Уход. Да. Когда единицу, короче, мы убираем. Надо наверх. Сейчас посмотрим. С той стороны, может, можно спуститься, не знаю. То ли туда как-то надо определенно добираться. На... Один дракон. Причем очень неопределенно. Короче, это новая, ну, полноценная лока практически. А, ну я отсюда пришел. А, у нас драконы. Два штуки. Давай на четверку, потом на пятерку. Потом, по идее, вот здесь как-то можно пройти. Сейчас повнимательнее просто проверить, что это за руины какие-то. Руины лунного народа. Так, нет, так не пойдет. А, вот он еще. То есть мне земля дамажит. Либо кто-то отступит подобную хрень. Ништяк. Ну там один какой-то моб ходит. Вот он. Сука, давно не по два выстрела, то делать стали. Бесит то, что они просто со спины тебя хуярят постоянно. Взрывами ландшафт меняет. Да пошел ты нахер. Вот где его искать? Спину, сука, херачат и уебывают куда-то. Зачем? Впереди тайная тропа. О, ништяк, ему прилетело. Ну а вот тут? Впереди тайная тропа, ну и чего? Перекат не поможет. Блять, а вот урод. Где-то тут. Вот крыса, а. На тебе. Ага. Да чего противные уроды, а? Бля, ебать тут кто-то.
Так, ну у одного что-то там прилетело. Пизда тут. Да дайте хоть добить-то. Блин, все фляги ушли. Короче, нет тут ни хрена, по-моему. Впереди, говорит, тайная тропа. Где ее искать, я не знаю. Может тут? Лава, яйца. Чё? Впереди нечто потрясающе. Давайте, потрясайте меня. Камень восьмерка. Для покачки самотлан. Так, а я ехал куда? На четверку? Вот я и тусуюсь. Так, теперь на пятерку. А на двойку. Подожди, а три это что? Короче, ладно. Иголка в стоге сена просто. Короче, на 5 и на 2 надо съездить. Тройка без понятия где. Где? Там будет босс, дерево. Но только как туда спуститься, я пока не знаю. Так, ну тут лошадь сдохнет по-любому. Да, как-то или потом портоваться надо. Подожди. Я смотрю прям. А, так я тут был. Про 5 в другой стороне. Да, вон. Все верно. Я, короче, там был. Босса дерева я уже валил. Надо только вот здесь спуститься. Как-то безопасно. Ай-яй-яй. Там у нас будет босс этот, узилище. Узилище. Там спуск. Там пару мелких драконов, но это такое. Это просто момент. Только там, двойка там. Ой. Да, вот он, проход. Да. Ладно, мы, короче, сейчас просто отметим. И попробуем доскакать до этой, до отметки на 2. Зилище главаря. О-о. Вот, кстати, подъем. А вот так мы поехали. Ну, ни хрена, тут эти боссы. Боссы стоят. Еще один босс. Еще один. Спасибо. Да, и лечиться там не уже нечем. Похоронил я, походу, тут 120 косарей просто.
Ну, подозрительно, конечно, выглядит то, что три колонны и пустота разводятся, суки. Так. Да, давай. Тут прям, короче говоря, любители сделать. Вот, ну, вот кто боссом раньше был, становится у тебя автоматически обычным мобом. Я не удивлюсь, что там еще две лисы, допустим. Я так и не понял, надо еще ниже, да, опускаться? А еще ниже. Тебя подожди. Чтобы не путаться. Там урыв, походу. Да. С этой стороны не пройти скорее. Хотя вон что-то какой-то на проходик есть. А у меня кто-то под копытами сдох на 16 рун. Бегу, значит. Где-то волки. Ну это уже прям серьезная лока, я смотрю. Вот эти мобы сложные. Полубоссы. Ну, правильно едут. Ну да. Я тут был вообще. Подожди, я нашел три штуки. Вот сюда-то я не приходил. Ты нашел этих. Нашел три здания каких-то, но до сюда так и не дошел. Да, посидим. На всякий. Ну, будет животных искать. Черепашки там. Мудрых зверей, да, трех черепах надо найти. Но иногда это может мало времени занять, чисто случайно, если не найдешь. Иногда просто... Сами можно тут бегать, ни хрена не видеть этих черепах. Причем, ну, одну ты найдешь, вторую она скорее всего будет невидимая черепаха. А я, значит, по духу выше получается. Вон там на скале, вон там. О, черепана. Вторая. Походу я убиваю ненужных черепах. Они светиться должны синим.
Да, это были набрасные жертвы. Кто-то бегал уже, лупил их. Собака пока не здесь. Я не знаю, может какое-то надо зелье прям пить, чтобы видно их было. Либо тупо открывать гайды и все. Много неочевидных, потому что вещей. Так, ладно, давай наверх поднимемся еще раз. Нужно попробовать души забрать и посмотреть, что там в этих будках вообще валяется. Только хер знает, как сейчас туда подняться. Может быть, где-то есть потоки воздуха. Хотя бы. Так, подожди, тут я был. Приведания этих на карте не отмечается. Они еще выше, потому что. Башку мне морочат с этими подъемами. Честное слово. Почему кляксу не призвать? Подоглючила лисичку. Я думал, что-то урон не улетал. Падла. Чуть-чуть. Все, можно уже души не париться, забирать. Так. А, хрен бы с ним. Давай еще раз к лисе вернемся. Смотреть, что там лежат в этих вот штучках. Короче, самые проблемные мобы — это лисы и вот эти вот. Не знаю, сколько там, сколько-то руки курвы, которые там рядом харкаются, ну, которые дамажат там от души просто. Да иди ты в жопу, да, запрыгнуй, блять. Я загнулся за бордюр. Попытка номер 3, да? Мне все-таки интересно, что там лежит. Либо ковырять до последнего эту лису, пока не сдохнет, чтобы посмотреть, что же там все-таки лежит. Просто, ну, не знаю, не промудохаешься, за нее дадут 1005, наверное, ну от силы, 7, ну.
может быть какие-то ресурсы, ну такое. 32 руны собрал. Грызет прям возле будки меня. Ну, первый раз лихо она снесла у меня просто всего коня сразу же за один укус. Ну и заодно у меня пол здоровья. Вообще хер знает, как я ее прошел тогда еще, когда мы с ней первый раз сами бодались. А, в этом, ну, в академии, короче. Там еще было меньше помещения, без коней. Да, может быть, там жира у нее было поменьше. Ну, или дамажила чуть поменьше тоже. Конечный камень. Короче, все кузнечными камнями, да, забито. Восьмой. Ну, восьмой. Ебать, через текстуры херачит. Просто грызет все, что можно. Лупит этим, ну... Я, в принципе, все собрал, все. Ну, правда, ну какой смысл с ней херачиться? Просто чтобы он получить. Это моб. Просто бешеный. Ну и ладно. Будем на этом. Ну, главное, что? Главное, квест Ренни закончен. Получен меч. Талисман. Ну, кое-какая одежда и так далее. Сколько? Одного дракона до двух боссов завалил по дороге. Тоже нормально. По идее, все. Ну, там. Сюда можно еще сбегать для прикола. Смотреть, что в узилище главаря. Я не знаю, может быть, опять черная метка понадобится. Чтобы его открыть. Уже будет второе или третье узилище. Которое только чисто с помощью метки открывается. Так. Короче, вот в этой части... То, что, ну, вот в этой вот во всей. Где хотел, я там уже побывал. Теперь только вот. Вот эту часть. И туда погнали. Здорово. Здорово. Так что вот, будем закругляться. Так что квест Ренни вот таким образом решается. Он довольно-таки неочевидный. Что делать не всегда понятно. Поэтому... Ну, я посмотрел, почитал гайды, короче говоря, запомнил, что творить надо. И вот так вот он и проходится. Через жопу, ну, но проходится. Еще впереди где-то, ну, не знаю, буду я их делать или нет, квесты, там еще нескольких NPC. Но вообще, в целом, надо на север валить туда, и в столицу там зачищать и так далее. Оружие, в принципе, все прокачано. Не знаю, стоит ли... Щит улучшать. Особо им не пользуешься. Он так чисто болтается. Для спокойствия, скажу так. В принципе, все, что надо, прокачал. Только шмотки интересуют, какие могут дать. Оружие максимум. Что? Илья Пасканный. Ух ты ж, что это за чью персонажа на голове? Да видишь, такой типа глаза синего. Я думал, что это какой-то глаз дракона или что-то такое. Кто он? Ты еще кристаллами порож. Вообще к этому посоху. Вот такая башка. Ну и накидка такая же, тоже зеленого цвета. Их как член на башке. Дела. Не знаю, аквариум на голове прикольный.
Шапка Гендальфа, что-то вообще ни о чем. Можно рога поставить. Это пиздец. Охуеть. Что еще? А, он еще с такими рогами есть. Гермошлем. Надо чисто рыцарский. А в целом весь сет дали этого чувака. Но я в нем типа неповоротливый буду. Да. Говно в проруби прыгает. Что такие вещи качать надо? Силу там или ловкость, я уже забыл. Чтоб такие шмотки таскать. Ну это разбойника чисто сет. Давали его. Бать, танкистадор. Столько всякой дичи вообще не нужно. Ну, зачем? Как и нахуя? Му, блин. Причем они по статам вообще пососные просто. Ну, типа, вот эта шапка получше даже будет. Вот, просто. Большинство. Тоже, даже, то есть, рога хуже, хотя, по идее, вроде как брутально там, типа, выглядит. Ты что-то ли не за варвера ты можешь ломать. Рога выглядят брутально, но просто они даже реально лучше магические шапки. Местами, чем вот эти обычные рога. Короче, не рыцарская это. Шматье. Просто повязка. Просто повязка. Жиденькая коронка. Что еще прикольно? Ну это чисто Гендальф. Точнее, больше на мухомор какой-то похож. Это вот за квест сегодняшний дали. Я с этого самотыка на башке валяюсь просто. То есть Хидетака такой утром проснулся, блять, нужно хуй на башке сделать персонажа. Это чисто сморчок какой-то. Ну, рыцарь-бродяга, я с этим шлемом начинал играть. То есть сейчас, в некотором плане, он даже лучше, чем остальные. То, что выдавалось. Как бы шмотки есть в игре, но особо не балуют. Оружия гораздо больше. Ну, щиты-то понятно, как бы. Ну, просто вон, посохов. 10-13 штук, это еще пол игры только пройдено. Арбалеты понятно, луки такое, вот это чисто когти росомахи, тройной экземпляр, двойной экземпляр. Это херняк. Клинок просто как у ассасина. Плеточки, всякие эти алебарды, топоры. Это, наверное, а нет, он мелкий. Я нихера он не мелкий. Причем выбиваешь их, и вот этот вот ополченца топор, он вообще как бы мало, у малого чувака, он, не знаю, раз в 5 тебя меньше. Чуть выше кустарник. И когда ты его одеваешь, он нормальный по размеру. Ну, чисто копья. Палки большие, типа молотков. Палицы. Цепь. Угу. Я вообще просто якорь от корабля. Это пиздец. Это с босса. Вот этот топорик, он маленький, но он дамажистый, если его прокачать. Ну плюс еще, естественно, вкачаться правильно, если в силу вкачать.
Но он не боссов не ваншотает, но... Ну там раза 4-5 по боссу ударишь, босс лежит, короче. Он именно магическими этими своими бафами бьет. Хорошо. Это все зазубленная секира. Это, короче, с дерева упало. Ну, босс и дерево. Катаны. Две. Причем вот. Лунная вуаль и метеоритные руды. Вот метеоритная — это типа имбовая катана считается. Она скалируется от ловкости. В основном. Если ее типа вкачать, короче, ловкость до 80 также поднять, то... Ну и силу тоже. Она будет сносить, мало не горю. Ну тут уже... Какие-то одноручные мечи. Кстати. Вот меч Нокса прикольный, кстати, мне понравился. Рапиры, двуручников. Кстати, двуручников не так много. Они как бы... Вот Хавал в первой и в третьей части Хавал такой чел. Вот он бегал с такой двуручкой. Только оттуда взяли, стопудово. А, вот опять тоже двуручки, но тоже вот немного их. Ну и одноручные мечи. Выше кинжалы идут. Этот кинжал, я думаю, прикольный, но на колдовство. Так. Ну, меня конкретно интересует посох, раз уж за мага. Ладно, будем заканчивать, ребят. Ну. Потом что получается? Пойдем вот сюда, к вулканам. Здесь сначала все изучать, потом туда, ближе к столице. Тут все. Карты хорошо. Ладно, ребят, будем заканчивать. Всем спасибо за поддержку, за просмотр. Кто подписался, не подписался на канал, подписывайтесь. Комменты там, лайкос, кому как удобно. Всем удачи, пока.